Привет, дорогие друзья! Сегодня мы живем с вами во время бесконечных возможностей. Вот новое время. Вы чувствуете? Оно новое. Да, я специально нарисовал вот эту черту. Это здесь и сейчас. Вот здесь это наше с вами прошлое. А справа это будущее. И не важно, что было в прошлом, кем мы были с вами. Начальниками, безработными, взлеты, падения, долги, успехи, неуспехи. Это все, ребята, уже прошлое. Это фантом. Что такое прошлое? Это запись в нашей голове. Но самое важное сегодня здесь фокус – обратить свое все внимание на будущее. А в будущем перед нами открывает новое время. Реально бесконечная возможность. И неважно, кто вы – таксист, безработный, пенсионер, банкир – не имеет значения. Имеет значение только одно – ваше желание новой жизни, новых возможностей. А где его взять? Где взять ключ от, да, этой новой жизни? Вот я нарисовал условно суперджамп. Это ключ от новой жизни. Мне 56 лет. И год назад я для себя открыл суперджамп онлайн. Новый мир. С бесконечными возможностями. С такими возможностями, которые даже не снились когда-то нам. Поэтому, друзья, если вам сегодня 40, 50, 60 лет. Новая жизнь начинается прямо сейчас. Это новая жизнь, друзья. Вот это новая жизнь. Вот все, что было, это было. И сейчас вот эти 40, 50, 60 лет жизни, которые за плечами у нас с вами, это был хороший университет подготовки к вашему главному старту, к выполнению главной миссии. Впереди нас ждет успех, богатство, слава. Оставим яркий след в истории. Поможем миллионам людей. Да? С новой индустрией. Если жить по-старому, старые друзья, старая работа, старый бизнес, старая страна, ну что, ну все по-старому останется. Это считай, что взяли и свою жизнь на свалку выкинули, правда же? А вот новая жизнь, новая возможность – это суперджамп, это новая индустрия, это наш с вами подарок русскоговорящих, русскодумающих людей всему миру. Присоединяйтесь. Это очень сделать просто. Вы скажете мне, ну это же большие инвестиции, чтобы новую жизнь начать, новые знания. Нет. Небольшой? Да, вот оплата небольшая. Как вы ходите в карате, в плавание, там, в танцы, в йогу? Да, записались в интеллект-клуб. Нашли в интернете интеллект-тренера. А это уже 53 страны, 17 языков, которые близок вам по духу, по темпераменту. Записались к нему в интеллект-клуб, попробовали на себе суперджамп. И все. А дальше новая жизнь, новые возможности. Поэтому не упускайте свой шанс. Сделайте ставку на все новое, на суперджамп. До встречи на интеллект-тренировках.